Здравствуйте всем, меня зовут Чан Цин, я магистратура первого курса ИФКУ. Сегодня китайский Новый год, я хочу рассказать о нем. Новый год в Китае называется Чунцзе, праздник весны. Это самый главный и самый длинный праздник в стране. Празднества проходят цели 16 дней. В разные годы это может быть день между 21 января и 21 февраля. А в Китае после завершения уборки люди украшают свои дома, чтобы встретить Новый год. Большинство украшений красного цвета. Самые популярные из украшений – это фу, дуйлян, фонарики, новогодняя картина, бок двери и другие. В Китае китайским детям подарки приносят не Дед Мороз, а родители. Они дарят им красные конверты с деньгами, которые называют хунбао. Я поздравляю всем с Новым годом! Синьнян хуайле!